Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с президентом Республиканской Федерации самбо Евгением Селивановым. Самбо – популярный вид спорта в республике. Его отделения открыты в 10 спортивных школах, а в 2 обычных созданы секции по самообороне. Проект «Самбо в школах» набирает обороты с учетом накопленного опыта организации турниров высокого уровня. Евгений Селиванов предложил в этом году принять всероссийский турнир «Прерванный полет», посвященный памяти президента Федерации самбо Чувашии, депутата Госсовета Александра Трофимова. Это повод для того, чтобы посмотреть еще раз, правильно мы все делаем. Приедут гости, это тоже подтягивает всех тех, кто любительным является данного вида спорта, с одной стороны. А с другой стороны, это опять-таки предмет для того, чтобы показать нашим спортсменам свои успехи. Это тоже важно.